Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди. Да, люди. И я. Да, и ты. И твой ангел с тобой. Здравствуйте, друзья! В эфире передача, посвященная церковно-славянскому языку. Давайте помолимся Богу и начнем наше занятие. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Ребята, недавно мы с вами совершили небольшое путешествие по библейским местам, названия которых начинаются с буквы «Слово». Мы побывали на горах Синай и Сион, у Силамской купели и в Сионской горнице. А вот сегодня давайте-ка назовем слова, обозначающие растения и животных, вещества и предметы, которые встречаются в Библии, но также только на букву «Слово», ведь именно ей посвящена наша передача. Начнем с евангельского рассказа о бесплодной смоковнице. Помните, как Господь Иисус Христос подошел к смоковнице, дереву, обильно покрытому листьями, и, не найдя на ней ни одного плода, проклял ее? Дерево засохло. Оказывается, ребята, смоковница – это инжир. Он также известен как фиговое дерево. Многим очень нравятся его сладкие ароматные плоды. По-церковнославянски они называются смоквы. Думаю, рассказ о бесплодной смоковнице служит напоминанием, что на месте бесплодного растения может оказаться любой человек, который только внешне усвоил заповеди, но сердцем не изменился и добрых дел не творит, не приносит плодов веры. Библейское растение мы назвали. Теперь давайте назовем животное на букву слова, точнее, детеныша животного – скимин. Скимин, ребята, это львенок или молодой лев. В начале вечерней в храме звучит 103-й псалом, который называется предначинательным, потому что с него начинается богослужение. Это песня о красоте и величии сотворенного Господом мира. И там есть такие слова: «Скимни, рыкающие, восхитите и взыскайте от Бога пищу себе». Давайте переведем. «Ты, Господи, простер тьму, и настала ночь. В ней будут бродить все звери лесные, молодые львы, рыча в надежде добыть и разыскать себе пищу от Бога». Итак, друзья, скимин – это молодой лев. Запомните, это слово часто встречается в псалтире. А кто из вас знает, что такое смарагд? Смарагд – это зеленый драгоценный камень, который мы сейчас называем изумрудом. А теперь поговорим о веществе. Соль. Вы скажете, а что же здесь интересного? Соль есть соль. Мы пользуемся ею каждый день. Верно, друзья. Только вот сейчас мы даже представить себе не можем, какое значение имела соль в глубокой древности. Во-первых, ею, как и в наше время, приправляли пищу. Даже маленькая щепотка соли делает еду намного вкуснее. Кстати, что любопытно, слова «соленый» и «сладкий» происходят от одного корня. Слово «сладкий» церковнославянское и древнерусское полногласное «солодкий», что значит «вкусный, пряный». Во-вторых, солью очищали. И, как мы сейчас говорим, консервировали. Обработанные ею продукты и растения надолго сохраняют свою свежесть.
Отсюда особое отношение древнего человека к соли, а вместе с этим и к самому слову. Обращаясь к апостолам, Христос говорит: «Вы есте соль земли, аще же соль обуяет, чим осолится». Непростое высказывание, правда? Давайте-ка его переведем. «Вы соль земли». Почему Христос так называет апостолов? Мы с вами уже говорили, что соль предохраняет от гниения, от тления. Так и апостолы несут людям учение Христово и не допускают им истлеть в грехах. Господь открыл апостолам смысл жизни, который должен быть также глубоко воспринят людьми, чтобы повлиять на их помыслы и поступки, предохранить от зла. И дальше Господь говорит: «Аще же соль обуяет, чим осолится». Обуять, ребята, значит потерять силу, разум. Но если соль потеряет силу, то есть свою соленость, чем ее посолить? Вот какой удивительный образ. Господь Иисус Христос предупреждает своих учеников, что если они сами отступят от соблюдения заповедей, уйдут с пути спасения, то потеряют великую силу духа и станут такими же бесполезными для других людей, как бесполезна соль, переставшая быть соленой. Чем эти слова Господа важны для нас? Думаю, вы уже поняли. Только в той степени, в которой сам человек посвятил себя Богу, живет по его заповедям, он может помогать и другим людям. А иначе соль перестает быть соленой и теряет свою силу. Подумайте об этом, ребята. Ну а сейчас я прощаюсь с вами. До новой встречи. Всего вам самого доброго и храни вас Господь.